Я бы, например, поехала куда-то, где-то я устроилась бы работать из всем монеты. Я не могу просто свой город оставить, понимаете? Если мы выйдем все, это будет пустой город. Багато зараз друкуєте світлин про війну? За кордон в основному. За внутрішнє споживання ви, мабуть, перші. Вирушили з нашим фоторедактором Арсенієм до Херсона. Навіщо ми туди їдемо? Арсеній, переведи камеру на заднє сидіння. Що ви, дорогі глядачі, бачите перед собою? Це скарб. Світлини для фотовиставки разом не зламані. Серед авторів Льоша Фурман, Євгеній Малолєтка, Анастасія Власова, Саша Маслов, Юрко Дячишин та ще багато українських фотодокументалістів. Похоже, що не проїдемо. Приїхали виставку збирати. Є повиставку. Вот сейчас просто немножко меньше людей. А когда вот здесь их целая толпа стояла, такая толпа, куча их первое время выезжала, много. И каждый со своей историей. Стояла женщина, ей лет 40. Она говорит, я просто за свою жизнь, я никогда не выезжала с Херсонской области. Вот в Херсоне была, говорит, и в Белозерке. У них сколько было деток? Вот 16 человек их на эвакуации. Вот они выезжали. Она говорит, ну вы понимаете, с детьми мы. Я говорю, я вас всех понимаю. То есть вот они недавно выезжали, то есть тоже люди сидели до последнего. Стояла женщина, вот здесь у меня плакала тоже, с которой двоих сыновей похоронила. Она говорит, я не хочу уезжать, но мне надо ехать. Здесь завешено. Там просто... Да, я понял. Все, супер. Шановні пасажири, продовжується посадка на поїзд 102 з сполученням Херсон-Київ. Поїзд знаходиться на другій колії, нумерація вагонів з голови поїзда. Але це виставка від кого? Ukrainian War Archive. Це Бородянка, да? Угу. Да, я там був. Да. Був в Бородянці? Да, як тільки русські відійшли, ми туди з учасниками заїхали. Сразу на другий день розбирати завали людей, доставати з-під завалів. А ти чим займаєшся? Я фотограф, відеооператор.
зараз з Дмитром займаємося евакуацією. Займаєтеся евакуацією людей з Херсона? Евакуацією людей, так. Да. Сім'ї з дітьми переважно. Я був біля цієї ями. Там зруйнована адміністративна будівля така красива, старовинна. Та кажемо про те, що він вже тут... на той Володимир, який це був. Це на той Володимир, який інавгурацію проходив. Там був юнак майже, а тут вже дорослий чоловік такий. До речі, міст в Ірпені, наші волонтери, ми в Києві перші три місяці дуже масивно евакуювали. Наші волонтери, вони приїжджали в Бучу, в Ірпінь, і росіяни їх роздягали до трусів. І у нас є фотографії, відео з простреленими телефонами. Швидкий бої 102 сполучення Херсон-Київ відправляється з другої колії. От вокзал був як? Зайшли рашисти, обстріляли, здесь все було обстріляно. Выбили вот в центральном входе, все постреляли, а дальше зашли мародеры. Точно так же и город, вы понимаете, разнести, просто город оставить, здесь остались те люди, которые просто не могут оставить свой родной город. Не потому, что им без исходности, да, тяжело, да, была оккупация, да, стреляют, но люди просто не могут оставить свой родной город, не могут его бросить, вот понимаете, просто бросить, нельзя бросить. Если мы бросим остальное все, понимаете, я говорю, забить, вот вы заходите в дом, забиты двери, это же ужас, это страх у людей сеять еще. Вот осталось по три квартиры, но там люди живут, дом живет, он есть, город держится на тех людях, вот которые, ну вот как я уеду, а на вокзале кто будет работать? Сколько нас, 50 человек штата? Осталось 5. Как я могу уехать? Алла Георгиевна приехала с Одессы, сюда. Вот вы приехали тоже откуда-то, правильно? А я свой родной город брошу? Я садовник в ботаническом саду. У меня там животные, ослики, лошади, овечки, кролики. Все было просто. Утром ты выезжаешь, ты чистишь переписку, ты чистишь все. Хуета, в общем. Потому что все так говорят, вот, чего вы не выехали? Давай мы бросим Херсон, все выедут с Херсона, и что тогда будет? Как мы здесь стреляем? Да здесь зато мы дышим свободно. Народ просто даже не представляет, что такое, когда, блядь, русня здесь. Вообще даже, блядь, на 0.5%, наверное. Слушай, а ты вот посмотрел выставку. Что скажешь? Яд. Яд. Спасибо, что делаете. Ну и я думаю, надо ее дополнить вот теми работами тех людей, которые здесь фотографировали это все, и которым удалось сохранить эти фотографии. А есть момент, понимаешь, война это не веселое время. Это сердца людей грубеют, приносится боль, у кого-то кто-то умер, у кого-то. А выставка, она чуть-чуть приносит светлое что-то в сердца людей, потому что после войны многие сердца придется лечить. Они будут разбиты, они, ну, исковерканы. Даже вот ты сам по себе смотришь, момент вроде, ну, стреляют там где-то, я попал, от меня 10 метров мина взорвалась, вот ты бы пошел заряжаться, как бы обстрел был. Оно, оказывается, ну, где-то тебя касается, ты думаешь, как бы на себя смотришь, ты вроде прежний, тот же человек, но на самом деле где-то есть что-то на сердце, боль какая-то появляется. Вот это пример, да, явно. Война, разруха, ну, ребенок, да, он радуется. Что для ребенка? Качели, работа, детская площадка, ему радостно. И вот мы, как взрослые, должны иногда брать пример. Что есть мелкие моменты в жизни, которые приносят радость. От этого можно жить. Мы останемся здесь, мы будем держать город. Главное, чтобы детки наши вернулись сюда и было куда вернуться, понимаете? Хочется что-то сохранить для детей, чтобы вернулись. Все хотят. У меня дочка сказала, говорит, мама, говорит, я очень всегда любила Украину. Ну, Херсон как-то у меня было мельтешение. Но теперь, говорит, такого родного города, говорит, я только когда выехала отсюда, я почувствовала, какой у меня родной город.